папахи продаем. Папахи продаем, папахи. По сколько стоит? 150 дирхамов оригинал. Пожалуйста, гораздо дешевле. Гораздо дешевле, чем официальная продукция. В несколько раз, почти в 4 раза дешевле. Из Дагестана прямо привезли. На дорогах стадиона, конечно, это безобразие какое-то. Что это вообще такое? Ну вот как вот можно было не подготовить самое элементарное? Узнали о проведении UFC в Абу-Даби очень давно. Они контракт подписали еще в апреле, в месяце. Ну вот как такое вообще возможно? Ну что это? Что это такое? Россию там иногда кто-то любит критиковать за то, что мы там что-то плохо делаем и так далее. Но с организацией спортивных турниров у нас просто полный порядок. Здесь же, ну что это вообще? Вот я не понимаю, как так можно. Посмотрите, вот, очень комфортно в таких условиях, наверное, находиться, да? Ужас. Знаешь, вот просто глаз радуется, глядя на всю эту вот историю. Ну, посмотрите, какая красотища. Пыль какая замечательная. Браво просто. И буквы UFC.